Здравствуйте! В эфире прогноз погоды с Ангелиной Волковой. Конец ноября постепенно подводит нас к зимнему сезону, но осень все еще не теряет своего очарования. Этот период всегда непредсказуем. Порывистый ветер сменяется спокойствием, а хмурое небо вдруг уступает место яркому солнцу. 22 ноября не станет исключением. В разных уголках Туркестанской области погода будет меняться, как настроение осени. В Туркестане ясная погода без осадков. Днем температура составит плюс 8 градусов, ночью опустится до плюс 2 градусов. Ветер слабый, западный, составит 3-5 метров в секунду. В эти дни в Туркестане проходит литературно-музыкальный вечер «Ханбиби», украсившая жизнь своими стихами в Туркестане. Кентау день встречает ясной погодой и осадков не ожидается. В первой половине дня температура поднимется до плюс 6 градусов, ночью похолодает до 1 градуса. Ветер северо-восточный, умеренный, будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду. Отличная погода для прогулок и времяпровождения на улице. В Житысае переменная облачность, днем будет тепло до плюс 12 градусов, ночью около плюс 2 градусов. Ветер южный, слабый, до 2-3 метров в секунду, осадков не ожидается. А в центре профилактики ВИЧ Туркестанской области в преддверии дня борьбы со СПИДом и ВИЧ обсудили меры борьбы с этим заболеванием и профилактики. Сарыагаш, увы, не порадует жителей солнечной погодой. На протяжении всего дня ожидается облачная погода. Утром возможны небольшие осадки. Днем температура составит плюс 13 градусов, однако ночью столбик термометра опустится до плюс 3 градусов. Ветер северный, умеренный, дополнит день со скоростью 4 метра в секунду. В Созаки синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем температура составит плюс 11 градусов, ночью до плюс 2 градусов. Ветер ожидается восточного направления до 2-3 метров в секунду. Осадков не предвидится. А вот Ленгер порадует местных жителей ясной и сухой погодой. Днем столбик термометра покажет плюс 11 градусов, ночью около плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, протяженность которого составит 3 метра в секунду. А вот Кызыгурты-Арысь встречают день облачностью. Днем синоптики прогнозируют до плюс 13 градусов, а ночью до плюс 2 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Аксукент ожидает солнечная погода без осадков. Днем температура будет плюс 9 градусов, ночью около плюс 1 градуса. Ветер северного направления составит 3-4 метра в секунду. А вот в Шау-Ельзере перспективы не солнечные. Весь день будет проходить в сопровождении пасмурной погоды, однако осадки маловероятны. В первой половине дня температура составит плюс 8 градусов, а ночью около плюс 1 градуса. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Ну и Шымкент, город, третий мегаполис, встречает день ясной погодой. В первой половине дня синоптики прогнозируют плюс 12 градусов, однако к вечеру температура снизится до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, протяженность которого составит 4-5 метров в секунду. Осадков не ожидается. Вот такой прогноз погоды ожидается 22 ноября. Осень продолжает нас удивлять своими контрастами. От солнечного тепла в Ленгере до хмурых облаков в Шау-Ельзере. Пусть погода станет вашим союзником. Одевайтесь по сезону, берите зонты там, где это необходимо, и наслаждайтесь каждым мгновением этого насыщенного времени года. Желаем вам тепла, уюта и вдохновения. С вами была Ангелина Волкова. До скорых встреч!